Подать документы для поступления в Уральский федеральный университет очень просто. Перейдите с главной страницы сайта urfu.ru по ссылке на страницу регистрации. Пройдите короткую процедуру регистрации, которая позволит вам заходить в систему при помощи логина и пароля. В личном кабинете абитуриента заполняете вкладку с персональными данными. Вкладки «Адрес», «Образование» и «Сведения о результатах ЕГЭ». Во вкладке «Дополнительно» укажите сведения о ваших близких родственниках либо опекунах. Загрузите в разделе «Файлы» отсканированные копии документа удостоверяющего личность, документа об образовании и приложение к документу об образовании. Юношам, поступающим на очную форму обучения, следует прикрепить отсканированную копию приписного свидетельства или военного билета. Во вкладке «Лист участника конкурса» выберите интересующие вас институты УРФУ, затем конкурсные группы и направление подготовки с указанием профилей или магистерских программ. Выбор конкурсных групп определяется имеющимися у вас результатами экзаменов. Выбрать можно только три конкурсные группы из одного или разных институтов. Здесь же укажите цифрами приоритеты конкурсных групп, направлений и профилей подготовки. Наименьшая цифра соответствует наивысшему приоритету. В разделе «Состояние заявления» можно проверить, принято ли ваше заявление, и убедиться, что вы стали полноправным абитуриентом Уральского федерального университета. Важным преимуществом подачи документов в режиме онлайн является то, что вы сможете из любой точки мира контролировать состояние своего заявления в блоке «Конкурсная ситуация». Также можно будет отслеживать свое положение в рейтинге на сайте университета. Абитуриенты участвуют в конкурсе только при наличии результатов вступительных испытаний. Если у вас нет результатов ЕГЭ и вы не появляетесь в рейтинге на сайте, вам нужно обратиться в отборочную комиссию лично по адресу: город Екатеринбург, улица Мира, 19, и записаться на сдачу экзаменов. Внимание! Зачисление возможно только после предоставления оригинала документа об образовании в Центр приема документов. Поступайте в Уральский федеральный.